Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня ходила в больницу, забрала сертификат. Я прошла диспансеризацию, мне выдали сертификат номиналом 500 рублей. Но его можно потратить только в больнице, к которой я прикреплена. Либо стоматологические услуги, там, возможно, осмотр, что там, анализы, ну такое. Но на 500 рублей особо не разгуляешься, но мелочь, а приятно. У Варьки все более-менее нормально, чувствует себя хорошо, но у нас проблемы ей дать антибиотик. Никак не можем ей... Уколы нам не назначили, назначили таблетки. По полтаблетки два раза в день, утром и вечером. И вот мы ей со шприца заливаем. На улице, как видите, похолодало, я уже в куртке. В куртке. Утром вообще довольно-таки очень холодно, уже хоть шапку одевай. Но шапку еще не доставала. Сегодня с вами отправимся снова в магазин Дикси и посмотрим, как там обстоят дела с ценами. Мне нужно купить мясо Антону и фрукты. Остальный хлеб еще. Посмотрите, какие красивые кленовые листочки. Большие, маленькие, разных цветов. Вот эта тушенка вкусная. Я брала из свинины, покупала, уже говорила, что она вкусная, но она уже подорожала. Наверное, дешевле не будет. Говядина 310, свинина 280 рублей. Помидоры 100 рублей. Цена за 1 килограмм, слива 116. Но что-то она какая-то не очень. Вот еще в том ящике более-менее нормальная. Виноград 150, кишмиш 126. Перец 80 рублей за килограмм. Можно повыбирать что-нибудь. Корзинки мои: перец, лук, картофель 28 рублей за килограмм. 27 рублей 40 копеек лук. Свекла 25 рублей 70 копеек остатки. Капуста 26 рублей. Вот этот хлеб Антону нравится, 55 рублей, даниловский, бездрожжевой, на закваске. Возьму одну. Шеи 90 рублей, 600 грамм, голень фасованная 220 за килограмм, печень 450 грамм, 170 рублей, мясо котлетное свинины 180 рублей, так где-то там оно, наверное, лопатка свиная 195, а мне нужна грудка. Две грудки взяла Антону. Вот эти сырочки мне нравятся. Пирожная картошка, взяла себе три. Так, творог 5% 120 рублей. Бережье, это наши ярославские молочные продукты. Вкусные, я сейчас куплю себе. 9, так, это 5%. 9% 130 рублей. Ряженка 50 рублей, молочко топленое 48, это все наши ярославские продукты. Сливки, сливки, что они здесь делают, 10%, не на месте стояли, 72 рубля, снежок 46, вот этот йогурт 52 рубля, они оба вкусные. Масло сливочное Бережье 72,5 стоит 180 рублей. И 190 вот такое. Из Вологды 190 рублей. Вес 180 грамм. А вот это белорусское масло 170 рублей из Беларуси. Сосиски любите? 140 рублей, 140, 150, вот такие, 420 грамм, всех по 400 грамм упаковка, 330 грамм, маленькие вот такие, 160 по акции, 200 рублей, вес 450 грамм, сливочные 400 рублей, с сыром 160 рублей, вес 450 грамм.
70 рублей вот такие. Макароны 40 рублей. Вот такие спиральки. Молоко 65 рублей. Масло 105 рублей. Солененькая здесь рыбка. 120 рублей вот такая. 140 поменьше. 105 рублей вот такое филе. 80 такое, 400 грамм здесь, а здесь 200, мойва 120 рублей, сардина 120 рублей, вес по 200 грамм, вот это в баночке аппетитная, 220 рублей, смотрите, светлая, без желтизны, 260 грамм, банка стекло. Мне подписчики мои расхвалили окское яйцо. Я его тоже попробовала, первая категория, но они такие крупные, как будто отборные и чистенькие. Посмотрите, какие яйца хорошие. Хотя это первая категория. 130 рублей. 110 рублей вот такие. 100 рублей такие. За 15 штук 130 рублей. Я себе вот эти возьму, они выгоднее на данный момент. У меня дома мука заканчивается, но я буду увелку брать, не знаю, сколько она стоит. Что-то цены нет. 100 рублей вот такая. 115 макфа. 80 рублей вот это. 43 вот такая. 90 рублей вот это мука. Вода питьевая 76 рублей, 59 рублей, это самая дешевая, дальше дороже, 110 рублей, 115 Шишкин лес, и то она еще по акции, фрутоняня малышам, 170 рублей, 130 святой источник. Моя корзинка, иду на кассу. На улице потемнело, чек мой составил 1008 рублей. Что купила? Ничего не купила. Но так-то все нужное купила. Фрукты не купила, вот что. Испекла трубочки. Это я себе на работу. А это... Ну, завтра будем кушать. Антон будет кушать. Заварила чай. Добавила липовый цвет туда, который собираю. У меня ведь мешок сушеных опят. И вот я их замочила. И будет у нас на вечер жареная картошка. Спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Ждите следующую серию.